Убийца приглядывается к верхушкам деревьев Амазонии. Это призрак, безжалостный и не имеющий сострадания. Карликовая мармозетка. Она может выглядеть как забавный пушистый комок. Но самая маленькая обезьянка в мире далеко не игрушка. В один прыжок мармозетка может преодолеть около 4,5 метров и красться по тончайшей ветке, чтобы схватить свою жертву. Хотя насекомые и являются популярным блюдом в рационе этих обезьянок. Это семейство мармозеток основное питание получает из наростов, покрывающих ствол дерева. Наросты — это рубцовая ткань, образовавшаяся за месяцы ежедневных налетов этих жаждущих поглотителей древесного сока. В основном мармозетки питаются смолистыми выделениями — жвачкой. Используя специально приспособленные зубы и когти, они вскрывают свежезатянувшиеся раны и оставляют сок сочиться, пока на дереве не образуется слишком много рубцов и лакомство не закончится. Затем обезьянки перебираются на новые территории, которые населены другими мармозетками. Семьи мармозеток подобны входящим войскам, но и нарушителям территории светлых деньков не будет. Наступающие войска вторгаются на чужую территорию, желая заполучить искомое. Тем временем исконные обитатели отступают на соседнее дерево. Они беспомощно наблюдают по мере того, как захватчики грабят их личные запасы. Быстро передвигаясь и посылая знаки, родители собирают своих перепуганных малышей и разворачивают контратаку. Нарушители территории вынуждены спасаться бегством. Сладкий нектар победы. Может, они и выглядят умилительными, но не становитесь между мармозеткой и ее жвачкой.